этот пациент сказал мне сегодня, прежде чем мы его подключили. Гись, от чего ты должен беречься? Мы должны помочь ей. И почему они за тобой гнались? Извини, если Патрисио заставил тебя чувствовать себя некомфортно на ужине. Он перестарался защищать. Пожалуйста, скажи, что я удивительный. Просто... это абсолютная правда. Что ты вообще делал с ней? Это не подходило. Я лишь говорил, что это напоминало про дьявола, который приближается и кивает. Извини, я не хотел тебя пугать. Оставайся со мной, оставайся со мной. Она хочет от меня что-то. Она не остановится, пока не получит это.